На новогоднюю елку Калинина Юля вместе с младшими сестрами приехала из Железногорска. На сказочном балу встретили добрая фея, принцесса Аврора, Малефисента, лесные эльфы и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой. Оно вот такое необычное, вот неожиданно Дед Мороз пришел, и неожиданно пришли тут Малефисента. Новый год для курских мальчишек и девчонок – это необыкновенные, а сказочные каникулы – время чудес. Не все родители могут подарить ребенку настоящую новогоднюю сказку. Исполнять детские мечты мамам и папам помогают профессиональные волшебники. В этот раз почти 800 детей из многодетных и малообеспеченных семей побывали на главной елке области. С наступающими праздниками их поздравил губернатор Роман Старовойт. Я желаю вам крепкого здоровья, успехов вам и всего самого-самого доброго. С Новым годом! А после новогоднего представления у елки актеры Курского драмтеатра представили юным зрителям спектакль по мотивам сказок Гофмана и Андерсена. Юлия Рудская, Антон Латышев. События дня.